Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал о вязании. Меня зовут Елена. Сегодня у нас понедельник и пятая неделя с нашего совместного проекта «Ликвидация 2». Организовали этот проект, как я уже говорила ранее в своих роликах, но я повторю еще раз для тех, кто только заглянул на мой канал. Вот, у нас идет совместный проект «Ликвидация», и придумали для нас этот проект две девочки-вязалочки: Аня, канал Анна Полозняк, и Галина, канал Good Knitting. Нас участвует более 60 человек. 60 человек – это блогеры из Ютуба и несколько девочек из Инстаграм. И некоторые девочки еще вяжут за кадром, то есть в кустах. Они не попали в списки, каким-то образом поздно, наверное, решили вступить. Ну, в общем, вяжут они потихонечку, но участвуют также вместе с нами. Ссылочки на всех участников и организаторов я оставлю в инфобоксе под видео. Проходите, смотрите и наслаждайтесь работами, какие девчонки вяжут. Я открываю, прям просматриваю отчеты и прям диву даешься, сколько всяких вещей интересных вяжут. Вдохновляешься по полной. И сегодня у нас пятая неделя. Мы получили задание на эту неделю. И называется эта неделя «Красота спасет мир». Мы должны связать подарки к 8 марта. Я думала, в общем, что связать, что это. И решила, что раз я до 23 февраля связала папе подарок, то я теперь должна связать маме. Вот. Ну, думала, что же связать маме. И решила связать ей шаль или платок. Вот. В прошлом году в этом же проекте «Ликвидация» я вязала шаль для своей свекрови. А теперь хочу связать шаль для мамы. И буду я вязать вот из этой пряжи. Вот у меня остаточки, что я вязала и свекрови шаль из нее, и внучечке вязала жилетик. И я думаю, что вполне хватит мне и на шаль для мамы. У меня осталось почти 3 мотка, то есть 2 полных. И от одного, вот я на жилетик брала отсюда, ну он почти полный, может грамм 80 он весит, 70, вот так. Но я думаю, этой пряжи мне хватит. И эта пряжа Ализе Ангора Голд Симли. Ну что, пойдем вязать. Всем привет! Сегодня уже четверг, и я хочу показать вам, на каком этапе я нахожусь по вязанию своей шали. Конечно, я провязала немного всего. Вот столечко. Вот таким узором я вяжу. Ну, вот такая косыночка получается. Я не знаю, сколько я тут ее провязала. Наверное, сантиметров по 50 с каждой стороны. В общем, еще мне вязать и вязать. Но думаю, к 8 марта я успею. И сейчас провяжу и покажу вам уже в отчете. Наверное, скорее всего, воскресенье. Потому что завтра пятница. Я до пятницы, я не думаю, что много свяжу. Вот. А до воскресенья, конечно, уже будет что показать. И я тогда включусь и вам покажу. Очень нравится мне, что получается. Вот таким узором я вяжу ракушечки. Нашла этот узорчик в интернете. И вот по нему решила связать. Вот такая вот красота. Ну, как я уже сказала, думаю, к 8 марта я успею. Может, на следующей неделе удастся мне больше повязать. Все-таки еще неделька до 8 марта. Ну вот, все, больше я ничего не двигала, никакие свои процессы. Я не знаю, что-то у меня опять, наверное, не вяжу. В общем, вяжу я только по проекту. Ничего своих недовязов я не трогала. Как-то я стала, наверное, начинаю перерождаться в однопроцессницу, девочки. Не знаю, может, это связано с проектом, что хочется по проекту идти, по заданиям вязать.
В общем, пока не закончу одну вещь, я вторую не начинаю. Такого никогда не было. Обычно я наразвожу кучу процессов, а потом сижу с ними. Вот. Ну да ладно, это я уже отошла от темы. Все, вяжу я дальше и включусь уже в воскресенье на отчете. Ну вот, друзья, сегодня воскресенье у нас, а это значит пришло время для отчетного видео по пятой неделе нашего совместного проекта. И что же я здесь связала? А похвастаться-то мне особо и нечем. Провязала я очень мало за эти дни с пятницы. Да, в пятницу я последний раз снимала вам свои продвижения. И вот совсем чуть-чуть. То есть раз, два, три с половиной рапортика. Вот и все, насколько я продвинулась. Вязать было совершенно некогда мне. Были другие неотложные дела, поэтому вот... Вот сколько успела провязать. Но, тем не менее, я задание выполнила, хотя и наполовину. То есть, мне еще, наверное, половину вязать. Извязала я моток уже. Вот у меня от моточка все, что осталось. И повторю, что вяжу я эту шаль из пряжи Alize Angora Gold Simli. Вот. И еще у меня два мотка. Но я думаю, что два, наверное, не свяжется. Может, еще один и все. Ну, да посмотрим. В общем, еще мне вязать и вязать. Сейчас я здесь провязала, сколько получается рапортов. Сейчас скажу по высоте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 полных рапортов. И вот 12 я только начала. Вот. А я так думаю, что еще, наверное, столько же. Еще 11 нужно связать. Ну, в общем, буду вязать, посмотрю. Но пряжи все-таки должно хватить, мне кажется. Ну, до 8 марта время еще есть. Так что я еще ее успею довязать. Ну, конечно, еще завтра понедельник. И уже нам будет дано новое задание. Не знаю, что за задание. Так интересно узнать, какое девочки там придумали для нас задание. Но придется и выполнять и задание, и довязывать мне вот эту шаль. Ну все, друзья мои, на этом я буду заканчивать свое отчетное видео. Пока-пока, до новых встреч!